Вопрос. Как слепой женщине определить конец менструации? Ответ. Хвала Аллаху. Конец менструации определяется по одному из двух признаков. Первым признаком является выход белых выделений, известных женщинам. Второй признак – это полная сухость, что означает, что если женщина поместит вместо выхода менструации ватку или кусок ткани, то он выйдет чистым, без следов крови или желтоватых выделений. Слепой женщине может помочь ее мать или сестра, которые могут посмотреть на ватку или ткань. И если они увидят белые выделения или увидят, что они чистые, то они могут сказать слепой женщине, что менструация закончилась. Малик рассказал в Аль-Муатта от Ум-Аль-Камы, что она сказала, «Женщины посылали гаиши, сосуды для хранения благовоний, в которых была вата с желтыми выделениями. Она говорила, не торопитесь, пока не увидите белые выделения». Она имела в виду очищение от менструации. Если это делали женщины, которые видят, то для слепой женщины это уместно тем более. А Аллаху ведомо лучше.